Арсений, как дела в школе? Что получил? А и так пап, 2 получил. А чего 2, Арсений? Пап, я плохо понял тему и контрольную написал на 2. Пап, ну обещаю, я попробую разобраться с этой темой. И попытаюсь пересдать на 10. Ну да, Арсений, бывает, ладно. Старайся давай. Привет, пап! Ну, Сень, как дела? Что получил? Какие оценки? Ну, показывай. Ну, 2. 2 получил, Арсень? А чё? Да нет, да это не я, это Петя. Все отвлекал меня, да отвлекал. Просил помочь, бумажками кидался в лоб. А я ему взял, помог и свое не успел сделать. Понятно. Ну, наверное, в следующий раз 5 принесешь, да? Да ты чё, пап, какую 5? 10! О, привет, пап! Привет, Арсень! Ой, Арсений, Арсений! Привет, Арсень. Давай быстренько все убирай и в кровать спать. Все. А, эти уборки. Не привык я убирать. Арсений, время спать. Давай, убирай вещи и в кровать. Все. Хорошо, пап. Арсений, давай кушать, сын. Фу, не, я это есть не буду. Арсений, я не понял, ты куда? Вот это вот яйцо, вот тут вот капусту и картошку я не люблю, я не буду есть. Арсений, ну ты что придумал? Нормальную еду надо кушать. Давай, Арсений, быстренько кушай. Ладно, я у себя в комнате поем. Ой, нямка, нямка. Мои любимые острые чипсы. Вот это я понимаю, нормальный обед. Арсений, давай ужинать. О, пап, моя любимая капусточка, яичко, картошка, мясо. Давай ложку. Хороший аппетит, Арсений, держи. О, вкусненько.
Извини, в школу уже пора. Давай бегом. Да, пап, уже иду. Арсений, давай в школу, опоздаешь. Бегом. Арсений, я ж тебе говорю. Давай быстрее. Быстрее, Арсений. Давай, Арсений, пиджак, быстрее, говорю. В школу опаздываешь уже. Давай эту руку. Все, Сеня, быстрее. Давай, Сеня, быстрее. Арсений, давай быстрее, обувайся. Ну. Сколько много у меня конфеток. Какую же первую съесть? Наверное. Арсений, у тебя конфетки. А можешь дать мне одну? Пожалуйста. У меня есть две фрутеллы и печенька шоколадная. О, можно мне одну фрутеллу? А, пойди купи, да? Ну и жадина. О, сынок, хочешь сладости? Шоколадную печеньку и фрутеллу. Да, я бы фрутеллу съел. Ну, на. Спасибо. А я тогда шоколадную печеньку. Вкусная печенька. Вкусная фрутелла. Спасибо.